Ну, понеслась. Сейчас копнем что-нибудь. О, я масленка нашел-то. Ну не, он уже такой подвяленный. Мухомор вижу. Тоже подвяленный. Ну да, по-варварски прям тут все это переворошили. Прям по-варварски. Ну, срезанные ножки от зеленушек тут валяются. Полевая рядовка. Ну, зеленушечка, и не одна, целая семья. Все в этих грибах хорошо, но вот этот песок и вот так долго вымывать. Ну какой. Грибные раскопки. Зеленушки собираю. А? Но они не торчат.
Не торчат. Переборщил. Но тут действительно как с граблями прошли. Сегодня, кстати, 11 ноября. Для грибов время уже такое довольно позднее, потому что ночью уже очень холодно. И сегодня, кроме зеленушек, наверное, ничего не найдем. Ну, может быть, тополевые рядовки будут попадаться. Маслят уже точно не будет. Ну, а больше в этом лесу ничего особо и не встретишь. Волгоград не такой богатый на грибы. Для рыбалки сегодня погода тоже неподходящая. Дует сильный ветер. Сейчас, скорее всего, его не слышно, потому что мы в лесу. Но на большой водоем не выйти. О, маслятки. Маслятки подсушенные. Дома посмотрим, может, что-нибудь получится из них придумать. В общем, погода сегодня не рыбацкая. Но на обратном пути постараемся заехать на одну лужицу, испытать ультралайт наш китайский. А то люди уже спрашивают, когда. И надо успеть это сделать в этом году. Не ты тут зеленушку срезал. Не ты, говорю, зеленушку срезал, вот ножка валяется. Прям свежая на вид. О, не показалось.
Надо, наверное, скорость ходьбы избавить, а то что-то не находится ничего. Ну, зеленушечка. Да, тут наступил, наверное. Ничего страшного. Небольшой. Больше вроде не вижу. Мухомор пробивается тут сквозь траву. Ух ты, тут целая семья мухоморов. Такие классические, с пупырышками. Как в учебнике по грибам. Ну, за полчаса хождения что-то как-то не очень пока. Может, даже больше уже, чем за полчаса. Но уже холодно, конечно. По ночам уже минус бывает. Тоже мухомор. Шишка интересная, что-то было когда-то, мухомор. О, то ли масленок. Да, масленок, на удивление такой живенький.
шишка, мухомор. И вон тоже. Так, а тут что у нас? Тут тоже мухомор. Вот и зеленушки. Там, где нашел одну, по-любому есть еще, потому что они семьями всегда растут. Так что, если какую-то шишку увидели в песке, обязательно смотрите рядом. Тут вот точно что-то есть. Зеленушечки. Еще какой-то бугорочек сломал. Ничего страшного. Какая мощная нога. Присоседился.
Ну, пойдем дальше. Главное от грибов не убегать. Вот видел, точно одна тут есть. Сейчас повнимательнее посмотрим. Так, и где-то здесь я сейчас видел. А, вон она. Вон она. Тоже классическая прям трещина в песке, там 100 пудов зеленушки пробиваются. Так, ну это, по-моему, я просто песок разворошил, когда поднимал ветки. Да, тут пусто. Не показалось. Маленькие совсем грибочки. Сама шляпка маленькая, нога уже здоровая, и песок расталкивает. Ну, кто-то наступил, не заметил. Какие красавчики. И я наступил, не заметил. Так, еще посмотрим тогда.
бугорок подозрительный. Нет. Почти все грибы с солнечной стороны, где солнышко еще достает, видимо, потеплее грунт. Там в глубине леса что-то ничего нету. Слишком, наверное, холодно уже. Видели птичку? Я просто уверен, что там зеленушка сидит. Может быть, глубоко. Сейчас выкопаем. Оторвал шляпку. Ногу тоже сейчас заберу. Разум свалилось. Слишком глубоко сидел. Шляпку оторвал. Так, тут вроде бы... Слышу отца там где-то вдалеке. Сейчас попробуем его найти. Масленок. Подсушенный. Ну не знаю, может пригодится. Возьмем. Не червивый, главное.
Кругом одни мухоморы. Ну и мусора, конечно, хватает. Тут, похоже, зеленушечка, а нет, это тополевка. Берем даже две. Вот они, чуть не ушел. Тест на внимательность. Вот эта тополевка рядом. Так, кто еще что видит? Я вижу. Масленок сухой. А здесь есть еще. А так сразу не видно. Встал с места, потерял, видел тут гриб. Сейчас еще раз посмотрим. Не вижу. А был тут. Так, ну еще повнимательнее тогда посмотрим. Вот в такие моменты понимаю тех, кто тут граблями перекапывает. Я просто уверен, что тут есть грибы, но не вижу.
Я на нем стоял. Какая маскировка. Такс. Есть, наверное, смысл кругами походить под разными углами, посмотреть в таких случаях, потому что по-любому грибы тут есть. Это что у нас? Масленок? Да, масленок. Пойдет. Этот уже никакой. Так, а это что у нас? Ничего. Это ничего. Так, ну тут похоже все. Зеленуха. Я только что видел масленка. А, вот. Ну да, он уже стар. Он слишком стар. Так, вроде глаз больше ни за что не цепляется. А, вот шишечка. Шишечка и зеленушка тоже. С утра солнышко было, а сейчас он тучками потихоньку все затягивает. И ветер, вон, смотрите, облака как летят. Ветер сильный очень.
Но я не теряю надежду заехать на водоемчик на один. Зеленушка была. Выбросили почему-то. Тополевая рядовка была. Разломал. Да, тут был чёс. Мухоморам больше всех не повезло, он валяется. Побитые. О, какая горка красивая. Пускай так.
За такой бабушкой бесполезно ходить, она вон даже в рюкзак грибы собирает. Точно ничего не пропустит. Так, тополевка, похоже. Нет, опять этот непонятный гриб. Масленок опять, наверное, сушеный. Ну да. Ну, у тебя чуть побольше, чем у меня. Ну, примерно так. Я там на одну удачную полянку напал. Тоже я там нарубил. Еще разочек туда пройти. Да не, не ходи туда, там людей очень много. Не, ну недалеко. Да тут вот уже через 50 метров там. Ну, пусть. Ходят. Какая-то бабуля с ведром, с мешком и с рюкзаком еще. И с граблями. Ну нет, культурно себя ведет. Так, что бы тут у тебя обобрать? О! Пойдем, может, в тот, который на этом самом, на холме, лесок. Вот. Да, вижу. Который молодой. Молодой, который. Ну давай, сейчас немножко пройдем в эту сторону, а потом туда. Там много я видел таких растоптанных, размазанных. Ну это скорее всего те, которые продают вдоль дороги грибы. Бизнес. Пару маслят нашел более-менее. Я тоже пару маслят нашел, но они не знают, что там. Так вроде не чернили, не знаю. Заморозка пойду. О, пап, ну ты пропустил. Пропустил, я готов тут пошел. Вот они.
всегда говорю, что все грибы никогда не садили. Ух ты, еще, смотри. А вот смотри, 4 гриба, как один. О, прикольно. Ну тут точно где-нибудь еще сидят. Экономлю батарейки, но решил включить. Тут он какой-то выживальщик ночевал. Термос оставили, ебать. Ну это ты виноват. Я виноват. Ты сказал, пап, возьми термос. У меня руки заняты были, я рюкзак и тубус взял. Без задней мысли совсем. Не должен быть. Нет, не обманывай. Не Да, конкуренция сегодня высокая. Пресс на грибы. Тут прям как автостоянка. Но все равно немножко мы набрали. Так, это мой результат. И сейчас отец еще придет со своей корзинкой. Есть еще мысль вот в тот лесок сходить, но что-то уже, если честно, я нагулялся. Люди не знают, что это за грибы, и выбросили тополевые рядовки. Но такой подход, наверное, правильный. Лучше перестраховаться, если не знаешь. Потому что картинки не всегда помогают определить, что вы там насобирали. Я тоже, если сомневаюсь, всегда выбрасываю, не беру гриб. Ну ты чё там зацепился? Я нашел, кто нас там тополевыми рядовками спонсировал. Ага. Рядом с машиной там выкинули тоже. Пару десятков грибов.
вспаханном поле. Хорошо, что мы на рыбалку не поехали. Да, тут он, вот еще бы. Даже шумит он. И вон еще шишка. Вот это. Тут по-любому что-то есть. А мне кажется, есть. И вот еще. Это масленок, похоже. Ну вот шишка какая-то. Ну это маслёна. Ну тут есть смысл глянуть. Да. Очень перспективно. И причем и вот здесь, по-моему, тоже. Че, не? Глубоко. Выкрутили. Так. Надо на коленках ползать. Грибы любят, чтобы им кланялись. Просто чуть привстал, уже шаг ускоряешь и все. Ориентиры теряют. Вот тут вот еще, наверное, надо копнуть. Ага. Нету? Нет. Странно. Трюфель, наверное. Ну все, а то сейчас на второй круг пойдешь. Кто-то тут все-таки костры собирался жечь, смотри. Поджигатели профессиональные. Ума-то нет. Ой, коллега. Ну, наша ведерка пополнее будет. Может, не пойдем туда, хватит? Давай, ну, что-то уже лень. Я уже нагулялся. Ой, видал?